Штрафы за нарушение ПДД будут списываться с счетов автоматически. Ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект об упрощенной системе работы по взиманию штрафов с нарушителей правил дорожного движения. Когда поправки вступят в силу, банки будут списывать деньги со счетов должника через 2 дня после получения уведомления от судебных приставов. В Прикамье снизились запасы донорской крови из-за сезона отпусков. Между тем, пополнение банка крови должно быть постоянным, поэтому чиновники призвали пермяков поделиться своей кровью. В Министерстве здравоохранения края говорят, что сейчас особенно необходимы доноры всех групп с резус-отрицательным фактором. Сдать кровь в Березниках вы можете по адресу проспект Ленина, 22А. В течение суток в Березниках ожидаются грозы и порывистый ветер. Спасатели просят горожан быть осторожными. Что касается температуры воздуха, жара на пару дней спадет. В четверг и пятницу нас ждут комфортные 23-24 градуса. А вот в выходные 30-градусная жара вернется и продолжит радовать нас вплоть до середины следующей недели. И пермский хлеб – самый вкусный в России. Прикамье признано лучшим регионом по качеству выпекаемого хлеба. Исследование проводило Роскачество. Эксперты в течение года исследовали 176 брендов хлеба из 62 регионов страны. Наравне с лидерами, лучшими регионами по качеству хлеба стали Пермский край, Вологодская область, Тульская область, Кировская, Ростовская и город Санкт-Петербург. В этих регионах не было найдено ни одного товара с нарушениями. Новости коротко для вас подготовила Елена Суханова.